Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 23 сентября от Овнов звезды ждут усидчивости и проявления деловой активности. Только таким образом вы сумеете переплюнуть свои прошлые результаты. Тельцам нужно отложить все новые начинания до лучших времен. И не переживайте, эти лучшие времена непременно настанут. Близнецы, подкорректируйте свои жизненные планы в этот четверг. В вашей судьбе много чего произошло, и постановка новых целей будет не лишней. Раки, задача грядущего дня – держать себя в руках. Что бы ни произошло, это не повод принимать кардинальных решений. Львы, грядущий день хорош в денежном плане. Есть вероятность отыскать новый источник заработка или получить хорошо оплачиваемую должность. Девам нужно опасаться простудных заболеваний. По возможности избегайте сквозняков и переохлаждения. Весы, расширяйте кругозор. Настоящим знатоком можно стать только при условии постоянного саморазвития. Скорпионам звезды советуют разборчивее подойти к выбору компании. Сами того не желая, вы можете попасть под чужое влияние. Стрельцы, займитесь домашним благоустройством. Подумайте, какими средствами и способами можно улучшить внешний вид квартиры. Козерогам звезды рекомендуют не игнорировать утреннюю гимнастику. Несколько физических упражнений пойдут вам только на пользу. У водолеев на первом месте общественная работа. И это весьма похвально. Такие действия, безусловно, заслуживают одобрения окружающих. Рыбы, вы довольно долго ждали перемен в квартирном вопросе. Что же, можно начинать выбирать себе новое жилье и готовиться к переезду. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.